В общественной приемной Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия» депутат Государственной Думы Александр Коган совместно с депутатом городского совета, исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Николаем Пушкиным и депутатом городского совета Дианой Лумянц провел прием по личным вопросам. Обращения в основном касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, освещения и ремонта дорог. Вопросы все нужные. Раз люди обращаются, значит, востребована помощь. Значит, они не могут сами решить эту проблему. Ну, собственно, для этого и мы трудимся, для этого нас избирают, ну, стараемся помогать. Вопросы самые разные. Берем в проработку, ну и стараемся вернуться с положительным ответом. Александру Когану также поступило обращение от волонтерского общественного движения «Своих не бросаем». У нас только один вопрос может быть, это помощь участникам СВО. И сейчас очень крайне необходимой была машина, потому что у ребят очень много пожгли техники. Александр Борисович ответил, что машина будет у нас в августе. Перед этим он уже помог нам генераторами. В свою очередь мы тоже от своей волонтерской группы вручили им благодарственное письмо, решили так его поблагодарить. Часть обращений поступали в онлайн-формате. Жители также подключались к приему по видеоконференц-связи.